Дмитрий, да, и мне попалась вот такая вот схема, где скинули в группе, посвящается там памяти Андрея Слободяна, и вот всякие там схемы, которые у них есть, да. Сейчас посмотрим на схему. Тут есть вот фотография, да, вот в ней вот описано, то есть вот они катушки, вот они вот двигатели, которые, да, работают, вот они вот, тут намотка. Получается, это у нас идут конденсатор с ключами переключения. Вот, то есть схема соединения катушек, ну и сами катушки. Кто уже смотрел по Слободяну, там видел его, там используется 5 катушек. И в этих 5 катушках тут есть вот такая схема вот включения. Да, тут есть вот схема, которая подписана А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8. Да, и тут есть такая вещь, как подписанная P1, P2, P2 плюс-минус, 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 плюс-минус. Ну и тут, соответственно, мы можем увидеть, да, то есть в какой схеме, как идет подключение. Тут видно, что тут, так понимаю, как диод идет, да. И мы видим, куда она идет. Мы видим, что мы видим, да? Магниты располагаются в внутреннем кольце, они располагаются попеременно полюсами. И остальные катушки мы смотрим, как расположены именно остальные катушки. Вот, возьмем, например, верхнюю катушку, рассматриваем, они получаются, прямо заведены. Все катушки. Получается, вот оно, управление первой катушкой получается заведено. Да, плюс-минус идет через конденсатор. Минус конденсатор. И непонятно, почему здесь нарисован диод. Может, это какой-то... А, это, наверное, схема управления плюс-минус, плюс-минус. Вот так разведена просто в одно, объединена, скорее всего. Да, это, скорее всего, объединено все в одну. Это получается катушка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У нас 8 катушек. Получается, каждая схема у нас разведена, получается, под каждую катушку раздельно. И получается, смотрите, у нас вот тут есть развернутая схема, вот тут просто уменьшенная схема, потому что зачем делать одно и то же, рисовать просто вот так сделано. Ну и тут мы видим по факту то же самое, что тут опять же у нас есть катушка, и получается опять эти конденсаторы и эти переключения, и все оно у нас тут сделано. Схема распространяется свободно и легко, и поэтому она не работает. Если кто попробует эту схему сделать, да, попробует эту схему собрать и посмотреть, во-первых, вот тут непонятно, почему. Тут непонятно, да, именно, почему тут вот так изображено, что тут под этим образом вот тут вот располагается. И почему в какой-то момент, почему тут столько контролей? Потому что можно было бы по факту, то есть тут скорее всего, если это 5 дисков, то получается, тут должно получается быть 5 контроллеров, которые заведены, провода. И вот этот вот момент в контроле вот непонятен. Кто-то там говорит, что управляющее устройство то включается, то выключает, то включает, то выключает катушки. Ну, можно и так сказать. Но в данной схеме тут вообще ничего не понятно. И кто что пишет, по ней пытался собрать, я вот недопонимаю вообще, в каком плане это сделано. Я изначально подумал, что А1, А2, А3 это подписанные выходы Меги 32, которые используются там. Ну, очень не похоже, что это выходы по ней. Я думал, что неправильно даже подписано, потому что они там с А0 начинают подписываться, всякие эти выходы. Но тут тоже непонятно именно, как она располагается. И тут мы видим, смотрите, даже тут видно, что тут идет, получается, смещение по диску под определенный градус. И в начале, получается, если взять ось, и конечное смещение оси тут идет под определенный градус, получается, равен магниту. То есть это получается, если это у нас 180, это 90, значит это под 45. Тут идет смещение магнитов под 45. Это одно.
А если мы посмотрим даже примерно на схему переключения, но пусть тут переключения нет никакого, то есть они включаются одновременно, то есть получается, когда вот тут включается катушка, на второй магнит находится с этой стороны, на третий магнит находится вот тут, на четвертый вот тут, на пятый он вот тут. А работает у нас, напомню, вот эта катушка, допустим. Да, то есть получается, включаем верхние катушки, а магнит у нас во всех местах разный. Смысл этого вообще нету. Я бы увидел бы смысл, например, если бы сделать не одну катушку, да, по кругу, а сделать катушек 10, да, и просто по очереди включить каждую, просто по очереди включать каждую катушку и крутить. Может, эффект по факту такой же получается. И до энергии мы потратим сильно меньше. А если еще крутить, получается по факту через конденсатор импульсно, как некоторые рисуют, я думаю, можно добиться какого-то результата, да, эффекта, что с вала снять больше мощности, чем мы запустили. Но опять же, это все-таки вопрос. И тут в схеме очень много непоняток, и поэтому я вообще не понимаю, как это можно назвать каким-то генератором, как это работает. То есть вообще схема вообще никуда не годная, и тут ничего непонятного нету, и смысл вообще непонятен. Я единственное, что понимаю, что вот из этой штуки есть, да, видите, вот эта фотография чуть-чуть немного решает вопрос, да. Тут я на фотографии, как знаком с этим, я вижу ключи и конденсаторы. Я понимаю, вот зачем конденсаторы, и вот это у нас идет ключ. То есть к этому управляющему ключу еще прилагается микроконтроллер. Та же самая, например, от Мега, ну, Arduino, который называется, либо STM32, там какая-нибудь ESP32, или ESP8286, например, прилагается, используется. Я тут понял, но тут в схеме вообще ничего не расписано, и как это работает, вообще непонятно. Так что, если у кого-то есть какие-то идеи, либо вопросики, то давайте пишите комментарии под видео. Хотелось бы обсудить этот момент и, может быть, добраться до истины. Благодарю вас за внимание. До свидания.